Уважаемые зрители, хочется напомнить, что подкаст — это не интервью. Здесь мы не раскрываем гостя как личность. Мы лишь мило беседуем и обсуждаем те или иные темы. Если вас задевает то, о чем говорит ведущий с гостем, пропустите это мимо ушей. Это лишь их локальный угар. One, two, seven, and on the record from the street. Из машины выходит чувак с пистолетом, стреляет в него. Я прохожу, быстро сажусь в такси, закрываю дверь, нажимаю эту кнопочку, и говорю, все, поехали, короче. И все, вот таким мне запомнился ночной клуб. Победа. Здравствуйте, друзья, приветствую вас опять на очередном выпуске сингл-подкаста. Меня все еще зовут Артур Имферствилл. Сегодня со мной в рамках прекрасного соведущего находится Александр Форсайт. Мы находимся на Фабума Рекордс. У нас сегодня в гостях электронный продюсер, диджей, автор канала по студиям Дима Димиксер. Здравствуй, Дима, очень рады мы тебя видеть. Спасибо, что позвали. На Привет. Самом деле... Нашим зрителям. Да, ребята, ну, во-первых, за это нужно сразу поставить лайк, я считаю, как бы, да, и мы приступаем. Давайте, вот, мы реально водой сейчас будем чокаться, серьезно. Ну, у меня кофе. Ну, это резко меняет все положение дел. Нормально чокаться водой. У меня был Кен, который всерьез считал, что если он после пива воду выпьет, он понижает градус, такой, ух, я опьянел. Так что все нормально. Слушай, ну, пить воду все равно лишний раз ему помогало. Да. Так, ну, собственно говоря, на самом деле, сама история попадания тебя на этот подкаст, как минимум, уже прикольная, потому что мне самому это в какой-то момент стало очень смешно. Это та же история, что и с Палагином получилось. Я просто ребятам на стриме задонатил 100 рублей и пригласил их на шоу, и оказывается, что ты следил за нашим каналом. Как это произошло вообще? Ну, я думаю, что немного каналов в этой музыкальной индустрии, особенно в нашей стране. Ну, и да. Они, конечно, все рекомендуются, и, в принципе, я мониторю все, что происходит. А это тебе просто интересно в плане, что еще ребята делают вокруг? Да, конечно, я только за, чтобы эта штука развивалась, и все снимали. Ну, вот и как я был безумно рад, канал? Что у тебя тоже появился канал, и ты начал что-то делать. На самом деле ниша музыкальных каналов, она достаточно узкоспециализирована, и, наверное, очень мало ребят, которые смогли набрать какую-то большую аудиторию, и вот ты в том числе, и... Понятно, какие-то основные механизмы, но мне больше интересно к тому, у тебя же была достаточно длительная карьера электронного продюсера, я, по крайней мере, лично о тебе узнал с сайта промо-диджей еще. Ну, надеюсь, что не была еще, но я надеюсь. Не, еще и будет, и дай бог, да, безусловно. Я к тому, что, в основном же ребята, некоторые из широкой массы аудитории тебя знают по твоей деятельности на канале, но при этом... Реально, вот эти вот бородатые года, когда еще промо-диджей существовал, был в расцвете своих сил, мне приходилось, когда я работал в школе диджеем, короче, я качал всякие мэшап-ремиксы, знаешь. Много тебе платили, ты работал? Мне платили, ты издеваешься, что ли? Да ты не работал. Мне это... Нет, чувак, меня на уроке, короче, была официальная причина проебывать их, я считаю, что как бы это нормальный прикол. Принимается. И там была, знаешь, это классическая тройка: Соловей, Димиксер и Нейтрино и Баур, короче, которых можно было скачивать для школьных дискотек. Золотые времена были. Реально, прекрасное время. Бальзам на душу, да. Ну, при этом, ну, реально, хочется тоже немного вспоминать это время. Тебе как вообще становилась твоя карьера электронным продюсером? Вот ты же сам всех спрашиваешь, ребята, как вы пришли вообще сюда, как вы начали? А сам не отвечаешь. Вот. А сам, да, ни разу еще не рассказывал, по крайней мере, какому-то широкому источнику. Ну да, везде по чуть-чуть, что-то на The Flow, где-то еще. В общем, суть в чем? Я родился в городе Ангарске. Это, да. Собственно, я вот с него из Ангарска прилетел, поэтому я могу немножко потормаживать, не обессудьте. Да нет, все хорошо. Я там родился, рос, и где-то лет, наверное, в 11 я начал интересоваться электронной музыкой. Какая твоя первая давка была? Давка? Ну, да. FL-ка? Нет, вру. EJ. Это было EJ Dance и EJ Hip-Hop, и... Я был безумно рад, то, что у меня появились эти маленькие программы, но я понимал, что это какая-то халтура, и есть что-то посерьезнее, но так как не было людей, которые в этом шарят, особенно в моем городе, не было интернета, нифига не было, ни с кем было поговорить, и даже не у кого было взять совет. Это правда. Вот, и когда у меня появилась первая какая-то локальная сеть, там худо-бедная, она была чисто по Ангарску, без выхода в интернет. Это там, где фильмы распространяли по квартирам. Там, да, был такой вот чат то, внутри сетевой, там было общение, я там начал искать людей, и вот начал там находить ребят, которые что-то пробовали, и оттуда я узнал, что есть FL Studio, как-то там скачал ее, конечно же, как-то там по-пиратски, там в этой локальной сети, это была 4-я версия, я ее открыл, чувак, там все было на английском, я потыкал, ничего не понял, думаю, блин, сложно,
еще ее на пару месяцев опять закинул, открыл EJ и продолжил в EJ, потому что там было намного легче, проще. Вот потом понял, что все-таки нет, надо взять и научиться, открыл опять FL, и вот методом тыка, методом проб и ошибок я вот начал в ней писать, и, собственно, на ней до сих пор и остаюсь. Но только уже не на 4-й, там, на 20-й, но тем не менее... DAO я не поменял. Блин, просто есть же вот эта классическая история. На самом деле все приходят в FL-ку и рассказывают одну и ту же историю. Вот я, типа, там сидел, потом открыл, раза с третьего где-то примерно понял. Ну, по-другому-то и никак, да. И натыкался. Но есть же история более идеологическая. Знаешь, вот рэперы всегда приходят музыку, там, один кто-то там, женщина его обидела, он рэп написал, там, знаешь, другой хотел стать круче в глазах своих сверстников. Короче, эмоционально что происходило, да, что толкнуло. То есть, ну, типа, у тебя, возможно, я не знаю, прививали родители больше любовь к музыке, что тебе стало просто, в принципе, интересно, или какое-то конкретное событие повлияло на то, что... Да, хороший вопрос. Да, мне в целом музычка нравилась, и я пошел в музыкальную школу по собственному желанию. На какой класс? Фортепиано? Я пошел на саксофон. Ух ты! Но там было хитро. Я хотел пойти на гитару, пришел в музыкалку, там у меня было прослушивание, и меня как-то грамотно перенаправили на саксофон. То есть я даже сам этого не понял, но я пришел на гитару, в итоге я записался на саксофон. Угу. Но, в принципе, я даже рад, что я пошел не на гитару, спасибо, потому что... Спасибо преподавателю музыкальной школы города Ангарска. Я думаю, первая что... музыкальная школа. Да. А есть вторая? Есть вторая, есть третья, есть четвертая. Нифига себе, у вас там музыкальная школа. У нас в городе Химки одна музыкальная школа. Ну, слушай, город Химки как бы присосан все еще к большому центру музыкальной индустрии. И вот про присосан. Короче, кстати, они часто так делают. Ты приходишь такой, я хочу играть на фортепиано, как не знаю, как... Как Иманбек. Кто? Нет, как Горовец, например. Ты не знаешь Иманбека? Нет. Саш, ну ты явно отстал от двей... Между прочим, это человек, который скоро Грэмми получит. Это открытие 2020 года. Я очень сильно надеюсь на него. Классно. Реально, правда, охуенный. Ну хорошо, но я хотел бы как Горовец. Они такие, балалайка, балалайка, вот так. Ты реально на балалайке? Видишь? Нет, я нет. Но слава у меня Богу. Есть такой знакомый, который пошел играть, типа, хотел на рояле играть. Мы такие, балалайка, это прям супер. Он сам не заметил, как оказался на балалайке. Ну, если ему нравится, почему нет? Но самое крутое – это бас-балалайка. А куда ты потом с балалайкой пойдешь? В этом проблема. Только в оркестр русских народных. Ты согласись? Все равно прикольней. Вот классическая история, когда пацан выходит во двор с гитарой петь песни, там, я не знаю, Цоя, тут ты выходишь, ну, как минимум, на тебя либо как на дебила посмотрят, либо прям сильно на тебя внимание. Мне кажется, можно интегрировать балалайку в современную. А это так, кстати, совсем, между прочим, со всей новой такой трансеттерской музыкой, на тебя либо как на дебила посмотрят, либо ты прям очень большое уважение схлопочешь. Вот надо в строго определенное время сказать, что ты куришь жирный член, и тогда ты типа где-то на грани оказываешься. Чуть раньше это скажешь, никакого уважения не будет. Чуть позже ты уже повторяешься. Ну, на самом деле, вот я могу честно сказать, я открыл FL-ку в 14 лет, когда захотел впечатлить женщину одну в своем классе, потому что тогда вот, помнишь... Это было 7 лет назад. Да, это было даже 8 лет назад. 8 лет. Это было, короче, веяние, когда... Помнишь, одно время по ВКонтакте блочили все лейблы треки, потому что они пиратски распространялись, и их там переназывали по типу Лана Дель Рей. Ванна без дверей, да. Там, знаешь, вот эта вся история. И до меня просто доехала мысль, что типа, а зачем мне нужно, типа, мучиться от того, что мне блокируют ВКонтакте музыку, если я могу, типа, написать ее сам. Открылся сайт Луперман, и все, и меня понесло, как говорится. Но девочка была впечатлена, на самом деле. Вот она недавно, кстати, вроде как замуж вышла, поэтому респект и уважение. Но не за тебя. Но пусть знает то, что вот она мне дорогу в индустрию открыла, как говорится. Но продолжая историю про то, что меня торкнуло и сподвигло писать музыку на компьютере, я сейчас анализировал, пока вы болтали. Не было, наверное, тогда девушки, и я еще, наверное, в том возрасте не интересовался женщинами. Мне было, ну, сколько, ну, лет 11, но если посчитать, 2005 год. Ну да, лет там 13 мне, наверное, было, а музыкалку я пошел в 11. И тогда меня, наверное, торкнуло после того, что я узнал, что на компьютере можно писать музыку. То есть, как бы я жил, как бы, вот, как бы в одном мире, и тут я узнаю, что можно взять диск, воткнуть в компьютер, и там будет программа, на которой можно из кубиков создавать музыку, и это безумно интересно и классно. И не было у меня тогда компьютера, у меня был друг, у которого был компьютер, и у которого появился EJ, и я к нему периодически приходил, для меня это было большое удовольствие и радость, когда я туда попадал, и я у него периодически в этом EJ что-то накидывал, и даже там записал на диск там свой первый альбом,
Тогда еще даже демиксером не назывался, как там Z-Sound, я, по-моему, написал. А у всех, да, вот эти вот первые никнеймы? У меня просто первый никнейм за мной закрепился, и, к сожалению, от него никак отвязаться не могу, это ужасно. Но у всех моих знакомых, которые начинали, всегда первые ники были очень смешные. Типа, я не знаю почему, но это всегда демиксер, было, да. Кстати, с тех же времен, и он также максимально не такой серьезный, как многие бы хотели, но, в принципе, мне кажется, никнейм, наверное, второстепенная история у артиста, наверное, все-таки первичнее то, что он делает, да, и образ. Какой материал он двигает, и вообще, что за ним располагается и следует. Так вот, продолжая историю, меня очень удивило то, что можно на компьютере писать музыку, и моя цель была вообще получить компьютер, как-то его заиметь, потому что не было компьютера, не было возможности его купить. Я там думал, в итоге увидел конкурс сочинений, написал конкурс сочинений. Он был по Иркутской области. Местный производитель компьютеров сделал конкурс сочинений, в котором можно российский было... Российский производитель компьютеров? Ну, да. Ирбис какой-нибудь? Формоза, по-моему, назывался. А. О. Это было по Иркутской области. А ты 94-го года рождения, да? 2-го. 92-го? И все. Я написал сочинение, красиво там оформил. У меня был йогурт. Я купил йогурт, и на йогурте был нарисован компьютер с личиком. Я его перерисовал, там красиво оформил. Короче, все там. Написал сочинение, мама мне помогла, там проверила. Все, я отправил туда, забыл. Через полгода мне звонят, говорят, вы выиграли, приезжайте. В итоге я приехал туда в Иркутск, в офис, там сыграл на саксофоне, там что-то, ну, чтобы это они все сфотографировали. В итоге они даже как-то использовали меня потом в рекламной кампании. Там какая-то газета вышла, там какой-то комикс, там меня пофотографировали там в парке с какой-то непонятной девочкой. Если вдруг вы найдете это все, скиньте в комментарии, нам будет интересно. Вот, и самое главное, мне дали этот компьютер. И я стал сразу же пробовать на нем писать музыку. Мне было безумно это интересно. Я вообще все силы туда направил. И вот начал искать все возможности. Ходил в музыкальные магазины. Вернее, даже в магазины, где продавались диски с играми. Спрашивал, есть ли у вас что-то для написания музыки. Мне говорили, вот только EJ. Как бы, больше как бы ничего. Ну, приходилось как бы использовать EJ, какие-то новые версии, там совмещать. Там был EJ, где какие-то отдельные сэмплы даже были. И потом появился хип-хоп 6, по-моему, где можно уже было свои ноты добавлять. То есть там какой-то минимальный 6-я, секвенсор, да, был. И я был безумно рад, я там уже стал добавлять свои ноты, потому что я понимал, что из кубиков, которые существуют, создавать что-то в рамках там одной тональности было неинтересно. И все, и потом уже наконец-то появилась локальная сеть, минимальный интернет, и я перешел на FL, и, не знаю, пару лет мне было нужно, чтобы хотя бы как-то методом тыга освоить. Блин, я когда слышу такие истории, знаешь, вот, ну, согласись, когда времена нулевых и начала десятых, чтобы начать быть битмейкером или продюсером, или вообще неважно, как-то соотноситься с музыкой, которая синтезируется на компьютере, нужно было недюжие такую усилия сильные прикладывать для того, чтобы это все достать, найти и всякое такое. И сейчас я смотрю на молодых ребят, которые в 21-м году уже просто двумя тыками, у них и курсы здесь лежат уже, и все хорошо. И как бы, с одной стороны, это очень классно, потому что, ну, порог вхождения резко стал больше, и люди начали все пытаться, но... Наоборот, он стал ниже. Извиняюсь, да, неправильно выразился, но сам факт того, что сейчас были истории, когда я видел там ребят 12-летних школьников, которые... Вот даже вот чувак, который со Славой Мерлоу на фите, это же реально охрененная история, когда мальчик 12 лет может просто навалить рэп. Ему 12, мне кажется, меньше, нет? Ну, по-моему, 12, просто сейчас с ним один мой знакомый фит записывает, это вообще очень, очень смешная история. С ним же? Да, типа очень классно. У него никнейм MK, да, по-моему? МК, он где-то живет в Украине. МК это московский комсомолец, значит, или? Ну, я вряд ли он знает о существовании московского комсомольца, в принципе, это немного. Друзья, если вы не понимаете, о чем речь, там Слава Мерлоу недавно выпустил трек с молодым пацаном, и там поется, конечно, нет проблем, когда она... Только там история немного другая, Слава делал... Когда продакшн Слава Мерлоу. Чувак, ты просто, у тебя ТикТок еще не скачан. Мне, кстати, он очень прикольно зачитал. Красавчик вообще. Там причем такое же качество, как будто он где-то на диктофон или как он записал. Так и есть, типа там даже есть видос, у него Тёма Флекс брал недавно интервью, и он прям это все рассказывал, такой, йоу, классный чувак. И прикинь, сейчас таких детей реально тысячи, которые сидят, и там все увидели, что можно писать музыку. Еще вот этот вайб того, что, ребята, не нужно сильно много заморачиваться. Мы же, когда начинали писать, мы все такие, не, надо как-то что-то посложнее, постараться и так далее. Но первый урок по FL Studio был какой-то хип-хоп бит сэмплированный, а второй был по хардбасу, чтобы ты понимал. Потому что, когда ты вбивал уроки, типа, первое, что тебе выскакивает, это Славик хардбас. Типа, то есть у тебя вот уже были уроки, да, когда ты начинал? Не, ну, ютубчик было, что посмотреть. Да, ютуб был. Хорошо, да. А в локалке их не было? В локалке их не было. И прикинь, ну, типа, это же жесть.
жесть. Но я когда в принципе не было уроков, то есть они были только на англоязычном, да. И были только туториалы. Как бы английского, как бы. Ну, их качество тоже такое себе было. Это же те туторы, где говорили вешать гудизер везде, где только можно было. Это оттуда все эти шутки проклятые пришли, которые уже всегда стали. И вот опять ты их припоминаешь. Да, потому что меня правда задевает. Ну, сколько можно шутить одну и ту же в 9 лет, ну правда. Это все равно, что анекдот один и тот же про Вовочку рассказывать постоянно всем. Я поражаюсь, у меня сейчас как будто дежавю, потому что два подкаста назад, ну, в плане записи, я уже не знаю, в каком порядке они будут выходить. Но тут уже говорили про то, что запрещено. Запрещено шутить про гудизеры, что это анекдоты про Вовочку. А это нормальный прикол, снова, это все как, продюсеры к этому в какой-то момент приходят. Он как эта капля в китайской пытке, которая капает на голову зрителям, такой, не шутите. Можешь еще про бас-буст пошутить. Да, про бас-буст. Ну, сейчас, слушай, сейчас... А про бас-буст разве не смешно шутить? Не, сейчас новое... Ну, это типа, если нельзя про гудизер, то можно... Ну сейчас, вот. Сейчас есть новая тема, сейчас хотя бы новую шутку придумал. Сейчас делают все слоу-тремиксы, знаешь, вот эти вот. Раньше был Chopped and Screwed, вот эта история, когда можно было резко понижать pitch и BPM трека и нарезать на новых сэмплах, типа на своих ваншотах ударку и как-то все это перерезать. А сейчас ребята в ТикТоке угорели и просто замедляют трек в какой-то момент на автоматизации. Такие. И это реально большую популярность набирает. Вот такие обработки. А это как, знаешь, среди поклонников игры Осу в какой-то момент стали популярны просто найткор ремиксы, где просто в полтора раза ускорена мелодия и немножко гитарок подложено. Это вичуха какая-то такая. И люди слушают такие 1, 2, 7, Данурика from the street. Отлично, это звучит как новый альбом группы Russian Village Boys. Ну, примерно так. И, короче, дальше, собственно. Ну, ты начал с электронной музыки сам по себе. Да, сразу. Я, собственно, начал с электронной и, собственно, с ней и остаюсь по сей день. То есть, в принципе, хип-хоп для меня немножко чужеродная история. То есть, он как бы был рядышком, но все-таки я больше увлекался электронной музыкой. То есть, там, первый диск, который меня прям вдохновил на электронную музыку, это был Benny Benassi, Satisfaction. И у меня в голове просто все так вообще перевернулось, потому что я удивился, что вот такой звук, он бывает, его можно сделать. Я почему-то думал, что это Prodigy будет какие-нибудь. Нет. Тогда, если копнуть раньше, то был Bumfunk MC, и он тоже меня торкал, но вот именно Benny Benassi, он меня как-то прям сподвиг на именно современную танцевальную музыку в том виде, в котором она там тогда существовала. Да. Для... И получается... А у тебя, кстати, кто? Ну так, просто чтобы эту сравнить, да? Типа, да. Это типа хип-хоп-продюсер против электронщика. Не, просто что тебя заставило нырнуть в электронщину? Да я про сеты. Я Virtual DJ себе скачал, 7-ю версию. А мне эффект, кстати, Virtual DJ тоже был. Мне эффект от Машем как-то так цепанул, я такой, о, ну вот, буду слушать. Ну, это же посерьезнее, да. Ну, это очень приятно, на самом деле. Не, Virtual DJ нормальная тема, потому что когда ты в 8 классе играешь музычку, и все такие, йоу, такой ты классный чувак, еще это там, этот тейп-стоп умеешь делать на треке и сводить их как-то. Там еще, помнишь, были родные сэмплы, которые... Да, Put Your Hand... Сейчас... Я помню, что Virtual DJ стоил 80 рублей. Это были такие большие деньги, что мы с корешем скинулись и купили диск на двоих, по 40 рублей мы скинулись. Я и знаю мы, некоторых диджеев, которые по сей день играют. Брали этот диск и там на несколько дней друг к другу. Блин, это круто. Сейчас я знаю, реально знаю диджеев, которые до сих пор играют на Virtual DJ, при том, что они такие, блин, я уже настолько привык к этому, что я физически не могу на Serato перейти, у меня прям, ну, типа, руки трясутся, когда я это делаю. И он такой, типа, вот... Причем сет ты, ну, типа, если послушаешь, ты не отличишь разницу, типа, между сведением, там, условно, техники-то плюс-минус одинаковые, но там человек настолько, у него руки уже привыкли, что он не может просто перейти. И это страшно. Поэтому выбор давки, на самом деле, это очень важная вещь. Потому что я вот пытаюсь в течение этих полугода где-то перейти с FL Kino Logic, потому что меня очень сильно уговаривает наш инженер. А зачем? Ну, там мне нравится варпинг. И мне нравится сама по себе организация проекта в Лоджике. А, мне еще нравится, что в Лоджике почти под любой запрос можно найти кнопку, просто большинство даже не знает, что она где-то есть. Ну, типа, да, но это угары... Мне кажется, нам это один и тот же человек объяснял. Да, это есть угары в стиле Рипера просто, которые делают конфиги просто под разные свои детали. Вот эти вот страшные люди, которые пишут всякие скрипты для того, чтобы даблы у них одной кнопкой равнялись, это вот туда все. Типа, это темная сторона звукорежиссуры, пускай они там все тусуются, но это правда очень гиково, и я очень уважаю людей, которые так сильно любят свое дело, что они прям настолько глубоко погружаются в это все. Но электронная музыка — это очень сложный жанр сам по себе для, ну, восприятия сразу. Как ты начинал тыкаться? Это же правда. Ну, были же какие-то первоочередные базисные какие-то вещи, которые ты хватал? Там ударка, прямая бочка, еще что-то, какие-то простые мелодии. Какая это стилистика была в самом начале? По-моему, это был ремикс на «Елочку».
Ну, что-то такое. Но это было, знаешь, что-то между электроникой и хип-хопом. То есть какие-то были... Типа дроп и... Я тогда еще в музыкалке учился на барабанах, то есть я уже там, в принципе, мог там ломанные ритмы накинуть, там, непрямую бочку и так далее. И это было что-то, какая-то зарисовка хип-хоповая какая-то, дэнсовая, с прямой бочкой. И все это было на родных вот этих сэмплах, которые встроены в FL, которые четыре родные стоят. Да, кик, снэйр, хэт. Да, и вот в рамках вот этого прямоугольника, собственно, я и писал треки, и у меня просто вот этот прямоугольник был такой длинный-длинный. То есть я еще не умел пользоваться там плейлистом. Да. И тогда он был еще максимально странный, то есть он там тоже кубиками был. Угу. Вот. Ну, потом я понял, что это можно перекинуть на плейлист, и уже все пошло-поехало. Ну, и говоря еще о Virtual DJ, если говорить про нынешние DAO, то, в принципе, там разница только в удобстве, в всяких фишечках и так далее. По звуку, в принципе, все уже наравне. Да. А вот если говорить про Virtual DJ и Serato или там Traktor, то Virtual DJ, он очень еще оскомкивает звук. Да, там то лимитер есть, этот ужасный. Нет, то есть безумно еще. Там, ну, вот сигнал, который потом выходит, он максимально плохой. И как бы здесь уже, конечно, ребят, если вы сидите на Virtual DJ, максимально старайтесь перейти уже на что-то более серьезное. И есть на Ютубе удивительное видео, где нашелся чувак, который создал Virtual DJ. И он безумно богатый, он там... Из Атомикса, я тоже видел эту историю. Он на яхтах там с какими-то женщинами. То причем есть, непонятно, как они это монетизируют, правда. И типа... причем Гуф с ним дружит, и он... показал этого человека. Там... Миру открыл просто. Да, да, то есть это удивительная история, друзья, посмотрите обязательно, я безумно был. Это мой старый добрый Гуф, это мой старый добрый друг. Ну, примерно так и было. Почему именно Гуф, типа? У Гуфа брали интервью, он говорит, ребят, смотрите, а есть еще чувак, который придумал Virtual DJ, смотрите, вот он. И он такой сидит там на Вилле. Он же какой-то из славянских, да, стран вроде был? Ну, по-моему, из Франции, я сейчас могу наврать, но он... Друзья, напишите в комментариях, очень интересно, правда. Не, ну Гуф вообще красавчик. Дайте шуму для Гуфаки Мазафаки. Щупальца Гуфа распространены по всему миру, друзья, это просто охуенно на самом деле. И в какой-то момент ты же начал еще и играть. Я правильно понимаю, что... Да, да, я начал писать музыку, и потом уже начал залазить в местные клубы и пробовать сводить, экспериментировать. И это было, наверное, сложнее, чем начать писать музыку, потому что не было доступа к этим вертушкам. Вот, это правда, это до сих пор даже есть. Хотя есть уже в аренду всякие студии, вот как звукозаписывающая студия, куда ты можешь прийти, там карманы, микшер стоят, и ты можешь... Да, ну сейчас можно купить на Авито контроллер там за 4000 рублей. Пионер DJ SB первый до сих пор у меня дома хранится, прекрасный. Да, но тогда... Не было этого всего. Были только тысячные вертаки гигантские и пульт. И это все стоило безумных денег. И школы, которые там начинали появляться даже в те годы, они стоили нереальных денег. Так вот, сложно было пробиться в ночные клубы и вообще, в принципе, получить доступ к вертушкам. А в Ангарске были прям ночные клубы? Были, да, да, даже несколько. Был ночной клуб «Победа». Это типа был самый крутой, самый злачный, но самый крутой, с самым большим шаром. Он победил все клубы, диско, да, видимо? Шаром, да. Туда было прям вообще нереально, и там можно было как-то через местных диджеев, у них там было какое-то свое обучение, там стоило это 10 тысяч, это какие-то неподъемные были деньги, там, в году там, 2007. Но это было, типа, очень круто. Но я пошел другим путем, так как я ходил в музыкалку и увлекался еще барабанами, я играл в разных рок-группах. И ничего себе, вот это интересный факт. В одной такой группе я познакомился с человечком, зовут его Саша Горбик, безумно ему большое спасибо, он работал еще звукорежиссером в ДК. Классическая история звукорежиссера. И там в ДК, ДК «Энергетик» назывался. Это тоже классическая история. Там он периодически проводил дискотеки для ПТУ, для технику, для ПТУ, для техникумов. И, собственно, так как я с ним уже был знакомый, дружил, я к нему периодически приходил, и он мне показывал, как он, собственно, с этими вертушками сам обучается. То есть тоже для него было, они были с чем-то новым, и он тоже учился на них играть. И я приходил к нему, и мы вместе учились. У нас были две вертушки 500 пионеры, это самые одни из первых сидюков. Я недавно такие встретил в 2018 году, и мне сказали, ну, играй, я такой, чу. Они, короче, вот такой толщины, и так вот открывается у них крышка, было вот этих два сидюка и большой звукорежиссерский пульт. Ну, это вот. Классический какой-нибудь Behringer, типа этого. Ну, нет, какой-то был, наверное, поприкольнее, чем Behringer, но он был звукорежиссерский. Я ну, понял. Блин, свою функцию он выполнял. И все, мы учились на этих вертаках, и потом мы уже свой скилл
оттачивали на этих дискотеках для ПТУ, для техникумов. И там был такой большой зал, у которого было безумное эхо, и дилей автоматически был. То есть играет бочка, и она отражается несколько раз по этим стенам. То есть было там не вот так прямо бочка была, а так... Сейчас открываешь мои воспоминания по поводу вот этих дискотек четырехклассников, где реально вот в таких помещениях это все прям типа спортзала, знаешь? Типа, да. Я не люблю эти воспоминания, потому что я на этих дискотеках никогда не сидел за уютным пультом. Я всегда где-нибудь на сцене какого-нибудь Деда Мороза с Сучьего играл, обычно пьяный. В четвертом классе? Дед Мороза вообще неплохо. Не в четвертом. Ну, бывает там... Пенек может, ну и что-то. Не, я потом могу рассказать, как я на дискотеке Деда Мороза изображал. Мне надо было один трек исполнить, а я не особо... А это «Будущие мамы», надеюсь, было. Нет, прикольно. Это был трек «Дискотека Авария», естественно. Друзья, где... ссылка на выпуск Димы с «Дискотекой Аварии» будет по подсказке. Кстати, вот. Я-то... Ну, если уж вкратце, то раз уж начали, ну, то... раз уж пошел дело. История была простая. Я в 10 классе только дослужился до Деда Мороза, потому что Деда Мороза обычно играет 10-классник или 11-классник. А до этого такого играл? Что? До этого такого играл. Ну, кого не играл, только Кащеев, там, Бабу-Ягу играл. Ну, это неплохо. Нормально, да, нормально. Потому что бывает, там, приходится куст играть или что-то. Главное, все-таки отрицательные персонажи, вот что мне нравилось, их интересно рассказать. Но Дедушка Мороз было очень интересно. Во-первых, очень сложно было Деда Мороза играть в бороде дефолтной, потому что в тот момент была крайне популярна Яга, она вот только вот входила в силу. И Деда Морозы годами продыхивали бороду Ягой очень сильно. И когда ты ее первый раз надевал, ну, был такой позыв жесткий прям. У нас же была даже история, когда я был в классе в 8 или в 9, у нас Дед Мороз просто не пришел на очередную елку. У нас елки были по нескольку раз в день, а дискотека только на вечерней. И он перед дискотекой реально решил зарядить Яшки очень сильно. Качался на качелях и упал. Просто лежал Дед Мороз, он лежал в глубоком снегу ничком. И выглядел так, как будто только костюм лежит, что-то там нет человека, но он там был. Ну, мы с ним просто костюм сняли, другому человеку дали, сказали, надо в какой-то момент сказать, елочка, гори, ну, все прошло хорошо. Так вот, он чуть не сблювнул в этой бороде из-за перегара. Так вот, и вот я уже Дед Мороз, а я тогда очень плотно занимался химией, потому что я медицинский готовился, и прям такой, ух, химия, надо учиться. И я как-то все думаю, ну, я по остаточному принципу выучу эту ебучую новогоднюю, ну, что там, господи, в скороходах, казаках. Значит, что мне кажется, к тому времени ты должен уже наизусть был знать. Ты понимаешь, как-то вот почему-то нет. Ты знал, куда ушла Снегурочка? Да, знал. Хорошо. И у меня всегда был такой большой вопрос, типа, успеет ли мьютнуть эту вещь? Потому что у нас почему-то на всех флешках была незацензуренная версия, и в школе просто это делалось как... Вот, просто... Но она ушла на... Да. Короче, куда-то ушла Снегурочка. Как жаль, что нет Снегурочки со мной. Вот теперь это у меня в мозгу въелось. А тогда я такой, ну, выучу. Вот я после химии еду, как-то заряжаюсь пивком. Вот. И плюс учу такой, ну, вроде все запомнил. Значит, привет, с Новым годом. Приходит Новый год к нам, и можно свободно ожидать чего угодно. Я такой, ну, значит, можно еще по пиву. И как-то вот оно все шло. Отличная логика. У меня одноклассник грузин, он цыганку играл. Я вообще не знаю, кому пришло в голову сделать персонажа цыганку, но она у нас была. И вот мы с ним что-то там, ну, в общем, где-то по 4 эдельвейса мы выпили, и я пошел. И вот начинает играть бит дискотеки аварии, и вот я должен выскочить. До этого там что-то пропищали, типа Дедушка Мороз, такая прям... Вот начинается дискотека. И я выхожу с этим посохом в одной руке и микрофоном в другой, и я понимаю, что я забыл первую же фразу. Вот это вот «Привет, с Новым годом». И я просто такой... И начинаю жестко, как сейчас сказали бы, флексить. Мне дает одновременно в голову пиво и ощущение, что я всех подвел, что я, бля, в прошлом году даже заменили Деда Мороза, который напился и не пришел. А я изначально готовился на Деда Мороза и не справляюсь. Я бросаю микрофон, начинаю просто жестко зажигать под бит, а все и так текст знают, значит, зал начинает петь. Это классическая история любого рэпера, который забыл свой текст на сцене. Я просто раскачиваюсь, это даже на рэп-концертах особо не был, и... Я вижу, что людям это даже больше нравится, чем если бы я пел. Они такие, вот кек, блядь, что Саня забыл текст. Вот это класс. И я вижу, что всем нравится. И я решил исполнить супер трюк. И я решил, я не знаю, каким хуем, я решил прыгнуть через посох. Сальтоху? Нет, просто как через скакалочку. Я почему-то, во-первых, подумал, что у меня получится. А во-вторых, подумал, что это будет очень круто выглядеть. Я встал, сделал так с этим посохом и прыгнул через него. И я подпрыгиваю, со мной подпрыгивают 4 бутылки эдельвейса, потом я этим посохом сшибаю себе назад ноги и вот так вот улетаю в зал. А есть видеозапись? Слушай, видеозаписи нет, но она есть у меня в голове. Причем она вот эта POV, знаешь, я просто
и на меня вот этот линолеум актового зала вот так вот к ебальнику. Говорят, что это была лучшая дискотека. На встрече выпускников потом вспоминали, говорили, ни до, ни после не было такой разъебной дискотеки. Разъебной в прямом смысле. Прям я и разъебал, и разъебался. Вот, поэтому, когда мы говорим про вот эти вот замечательные дискотеки для школьников и ПТУ, у вас вот какие-то хорошие воспоминания, а у меня только вот этот линолеум, который на меня, я такой, ух, нахуй, привет, слушай, с Новым годом. Только хороший, ты прям борщишь, если честно. У всех стопудово есть вот какая-то всратая история на эту тему. Не, ну я думаю, что это... Приятные времена, но сложные. Сто пудов. Сложно было встать потом. Так вот, на чем я остановился, напомню? Ну, на том, что ты играл на ПТУ и точил свой скилл на 500-ках. Потому что ты пошел через ДК «Энергетик». Да, и было безумное эхо. И мы, короче, там находились в самом верху, там, не знаю, балкончик какой-то был. И мы там максимально забаррикадировали, чтобы никто из ПТУшников до нас не доходил. Со своими там флешками и так далее. А у нас даже флешку некуда вставить, потому что у нас сидюки старые, там, 97-го года. И они все равно на нас как-то там залазили, доходили, приносили свои флешки, просили вставить свою музыку. Это челлендж для ПТУшников, знаешь, они как бы Форт Боярд. Я подумал, блин. Что они приносили на них, что там было? Там ремиксы на Жанну Фриск и так далее. А, ну это... И я всех как бы уверенно как бы сбривал, говорю, у нас вот сидюки, мы физически ничего, у нас даже компьютера нет. И пришел чувак с дисками. И я как бы уже не могу отказать. Он сломал систему. А нас было там трое, их там много пришло, и говорит, вот диск поставь. А мы как бы, ну, тоже играли ремиксы и старались иногда какую-то более интеллектуальную музыку включать, чтобы было как-то интереснее всем, ну, особенно нам. Это всегда, на самом деле, дилемма, потому что все хотят попсу. И, короче, мне дали этот диск, сказали, вот, поставь ремикс на Жанна Фриски, Портфино, по-моему, была песня. Была такая? И я ставлю этот ремикс, не помню. И просто зал взрывается, вот этот, вот, этот весь ПТУшный, просто вот это то, что им прям надо было, они прям вот ждали его как будто, и я такой, ну окей. И вот так мы проводили дискотеки и вечеринки. Это было безумно классное время. И после этого, также через своего товарища, он уже там начал повышать свой скилл, дошел до этого уже ночного клуба «Победа», там начал работать, я также начал туда приходить и чуть играть. И вот так вот методом тыка я научился этими вертушками пользоваться. Блин, я поражаюсь вот этим неймингом, на самом деле, нулевых вот ночных клубов, всяких ресторанов. Победа, и так далее. Там «Победа», «Энергетик», типа вот. Ну, «Энергетика» — это был ДК. У нас был «Победа», «Зодиак», ну и вот все, пожалуй, в те времена это были самые крутые. А еще и «Дольче Вита» потом появилась. О, нет, если так слушать, я бы «Дольче Вита» пошел, вкусно звучит. Просто. А у нас в Москве был клуб «Night Flight». Кстати говоря, насчет того, как взорвались Жанны Фриски, я был свидетелем того, как, ну, здесь, конечно, Артур немного поприкалывался, но Артур решил по дружбе немножко поставить музыку на дне рождения нашего друга Феди Букера, который проходил в Иванотеке. И он ставит там реально хороший западный рэп, и все достаточно неплохо раскачиваются. И просто потом, видимо, его Федя попросил или не, как-то... Не, не Федя, там пьяный Артур, человек подходит. Знаешь, это классическое что? Дорогой, ну, слушай, сейчас все уйдут. Вот. Надо что-то прям, ну вот, и сделать хорошо. Там было несколько таких треков, но самый жесткий взрыв был, когда Артур поставил песню «Зацепила» Артура Пирожкова. Вот тут реально люди ёбнулись просто. Я когда это услышал... Было больно, типа, это делать. И зал такой... Я резко разочаровался во всех людях, которые находились. Так что это до сих пор работает. Так а что, ну люди-то не поменялись. То есть им до сих пор нужно давать понятную душевную музыку. Поэтому Моргенштерн и ставит. То есть как бы господа музыканты бы не старались там делать какую-то крутую интеллектуальную музыку, все равно надо людям будет давать понятную, классную, популярную музыку. А ты не думаешь, что это легкое такое снобство человека, который разбирается, что такое... А вот тем, кто не разбирается, им надо давать легкое, понятное. Да нет, почему? Просто надо уважать и ту, и другую музыку, и понимать, для чего создается один трек, для чего другой. Блин, друзья, у меня в эту тему есть короткая история. Я как-то раз выступал в «Джипсе» на малой сцене. Угу. Там тогда приезжал, по-моему, Джой Райт или Джаус. Один из двух этих прекрасных людей приезжал, безусловно, талантливейшие электронные продюсеры. Я играл в 11, знаешь, вот на малой сцене. Mm-hmm. Самый уёбищный тайминг, который тебе могут дать, но я такой, нормальный. Ну, сейчас, мне кажется, это самый прайм-тайм. Ну, сейчас. Извините, да, это как раз, когда все ушли уже. В 11 же, да, сейчас все заведения закроются. И, короче, я играю с флэт, и в какой-то момент я вижу, ну, там человек 30 стоит, нормально, уже, типа, более или менее.
потому что это только-только начало. Обычно у нас какая традиция в московских клубах? Если вход в 11, надо к часу приехать, типа, не надо. Конечно. И ты стоишь, играешь, и там у меня на звукорежиссере был какой-то чувак, который техно, видимо, постоянно играет. Он мне очень много всяких историй таких рассказывал. И я, когда играю, я люблю в сеты вставлять что-нибудь вот ностальгически страшное, типа там «Отпетых мошенников», типа, или еще что-нибудь такое, ну, потому что это проверка. У всех диджеев есть вот эти три трека, которые, если не работают, то можно не стараться, типа, вот, реально, ну, типа, если вот это не про канал. У тебя реально «Отпетые мошенники»? Реально, да. Я в «Джипсе» сыграл... «Люби меня, люби»? Нет, девочки бывают разные. И я такой, короче, когда свел, все четко, оно играет, все начали подпевать, и на меня смотрит диджей, который техно играет, с таким взглядом, как будто, ну, типа, реально, ну, он, ну, прям блевота перед ним стоит и разговаривает. И я, ну, типа, на него раздаешь, он такой ко мне подходит и говорит: ты что, совсем дебил? Ты не знаешь, где ты выступаешь? Я такой: туда смотри. И он не смог мне ничего ответить, а на самом прям... деле. А там прям нормально было, я такой... Извините, дядечка, типа, и все. А он просто понимает, что после этого ничего уже играть невозможно. Он такой: я после этого встану, начну свой техно ставить, а люди подойдут такие: поставь паровоз, умчиться прямо на границу, пожалуйста. Не, на самом деле это подстава для диджеев, если это разогрев у них. Они после тебя выступали? Ну, там просто ночь расставлена. Вот я об этом и говорю. Ну, я играю, ну, мне сказали: играй хип-хопчик и вставляй свои приколы. Я такой: базара нет. Задачу на сегодня от организатора я получил, типа, и все, и стоял, играл. Но все пришли на мейн-сцену же все равно. Там в основном те ребята, которые там калик покурить в «Джипсе» пришли, знаешь, вот этот классический. Такая... Одно время в «Джипсе» еще шаурму продавали. Я не знаю, сейчас продается или нет. Там прям реально ларек с шаурмой стоял, типа, где люди могли раздавать шаурму. Это отлично. Авангардские, кстати говоря, вот вообще какие угары были? Ну, то есть, вряд ли там были какие-то наркотические тусы, да? Да нет, нет, не было. Много раз ситуаций было, особенно авангардские. Вот тот самый клуб «Победа», он мне очень запомнился одним фрагментом. Как раз приезжал диджей Соловей, про который ты говоришь. Легенда, легенда, Саша, я не шучу, нихуя, это легенда реально. Просто электро мочил. Да. Вот, мы, конечно же, пошли на диджея Соловья, потому что все-таки это был привоз. А диджей Соловей ремиксы, это вот это... Да, он... да, чувак. А тогда... Вот, да. Чувак. Мы, конечно же, туда пошли, и вообще, в принципе, событие было в Ангарске, когда кто-то приезжает, и особенно для меня, кто интересовался электронной музыкой, промо-диджей для меня был портал номер один, и Соловей там, конечно же, тоже присутствовал. Все, мы шли на Соловья, с ним пообщались, там познакомились, все послушали, все офигенно. Я выхожу из клуба, все хорошо, иду и смотрю, как чувак кидает бутылку в лобовое стекло какой-то машине. Из машины выходит чувак с пистолетом, стреляет в него. Я прохожу, быстро сажусь в такси, закрываю дверь, нажимаю эту кнопочку, ну, чтобы дверь не... Говорю, все, поехали, короче. И все, вот таким мне запомнился ночной клуб «Победа». А так, ну, случаев много было. В основном это случаи, когда ты там либо на школьной дискотеке играешь, и тебе кто-то залазит там через эти столы, через баррикады, добирается, пытаясь тебе что-то там залечить, что, блин, ты там не то играешь или еще что-то, ты от них там отмахиваешься, отталкиваешь их там с этих баррикад, там кто-то залазит, короче, прям, ну, приходилось еще держать оборону, то есть надо еще успеть было трек свести и еще плюс держать оборону, то есть я там еще нанимал там друзей, которые меня, да, охраняли там, то есть вот это все было. Я еще заморачивался, договаривался там с ночным клубом «Победа», брал вертушки, приносил их в школу, то есть, чтобы все было по красоте. Но всем было пофиг, то есть, там, без разницы, что я с ноутбука, что... Но мне было интересно, и хотелось как-то привнести что-то правильное и интересное. Поэтому, да, времена были классные. И... Блин, а у тебя же явно гастрольные истории какие-то были? Ты же играл по клубам? Конечно, у меня была такая как раз вот, когда я ремиксами занимался. Мы с Ведутой делали ремиксы довольно-таки продолжительное время, года 3, наверное, 4. И как раз вот это время я гастролировал активно с этими ремиксами. И в основном, ну, не в основном, вернее, вот как раз вот ты говорил про подставы, когда ты приезжаешь, перед тобой играют, и сложно потом спать. Да, были такие моменты. Очень сложно выступать после тех, кто играет жесткую попсу, потому что людей потом не перенастроить. Хотя у меня были ремиксы, где тоже были попсовые треки, но там были и на зарубежные, и не только на русские. Ну, в принципе, музыка разная была. Не хотелось просто играть попсу, там, особенно в оригиналах. А передо мной играет чувак, который играет оригиналы. Я там, блин,
ругался с некоторыми организаторами, потому что говорю, ребят, ну так не делается, я же приду, и народ... А люди потом такие, а что это? Они, они так скажут, веселились, ну давай 90-е, да, ну. Как бы вот. Ну, такие времена бывали. И еще классные времена были в Новосибирске в универе. У нас был единственный универ, в котором был встроен ночной клуб. Он был официальный от университета, и там были вечеринки с 6 до 11. Там было 2 танцпола. Был танцпол основной и был танцпол с 90-ми. И я... Это что за универ? Нархоз в Новосибирске. Обалдеть. Это он назывался студ-клуб. Mm. И я, конечно, когда поступил туда, я первые же дни сентября пошел туда сразу там со всеми знакомиться, договариваться, чтобы как-то уже участвовать в этой вечерней клубной жизни университета, познакомиться со всеми. Там был диджей Стас, я даже у него взял пару уроков, чтобы свой скилл хоть как-то отточить, потому что я методом тыка это все учил. Блин, прекрасные времена, когда диджей Стас мог быть популярным, знаешь, ну, типа сейчас посмотрят на артиста с никнеймом диджей Стас, подумают... Ну, вот сейчас уже снова, возможно, посмотрят и скажут, круто, стильно. Да, на самом деле, обратно это все... повторюсь, что никнейм, ну, вторичная история, даже сейчас, ну... Как-то мне в 2005-м вот демиксер вот сложилось, и, собственно, вот как бы я с этим и двигаюсь. В универе мне до сих пор это как-то, знаешь, не отпускает. Я думал до сих пор, что мой универ держит пальму первенства, потому что у нас прямо в корпусе была кальянка с выпивкой, но там не было, непосредственно там не было танцпола, не было движа. Поэтому, ну, все равно я думал, ого. А Руден не может по-другому работать. Он работает на кальяне. Это кальянный двигатель, он отапливается кальянами. Это же дружба народов. Вот. Но ночной клуб – это сильно. У нас там даже абсентер продавался. Так вот, там был диджей Стас. Я взял у него несколько уроков, отточил свое мастерство и стал как-то уже участвовать в этой клубной жизни. И чтобы как-то мне туда правильно войти... Ты поступил в университет. Я, конечно, поступил. И я там еще первое время был таким даже промоутером. То есть я как бы раскидывал какие-то флаеры, чтобы на вечеринку... На флаерах было написано «Университет». С танцполом и все. Нет, там у нас были вообще вечеринки, реально, мы там заморачивались, там у нас был там креативный совет из таких же чуваков, которые типа за, и у нас там каждая вечеринка была лучше другой, то есть всегда была какая-то тематика. Так как был университет, там у нас учились еще и зарубежные гости, вот из Африки. Был чувак из Африки, его звали Стефан. И мы его использовали как такого типа основного чувака, который привлекал людей. Ребят. У нас была вечеринка, где он там то ли на входе стоял, всем махал, чуть ли там не ботинки протирал, ну, какие-то вот такие движения были. И была вторая вечеринка, где он варил пельмени. То есть это была типа вечеринка, где Стефан варит пельмени, и как бы, ну, мы его использовали как такой. Это поле, знаешь, типа стоит чувак на сцене, просто варит пельмени, а все таки да! Да, это было прикольно, потому что никто так не делал. И самое смешное в этой ситуации, то, что Стефан был максимально грустный и печальный как бы чувак. И как бы мы его за денежку как бы привлекали, он как бы с грустной миной это все выполнял. Но денежку зарабатывал. И теперь ты даже не так воспринимаешь, что при универе был клуб. Я такой, единственный клуб, при котором есть универ, знаешь. Клуб, при котором есть универ с гостями из Африки. Вот, смотрите, негр варит пельмени. Как вам, как? И негр такой, да, заберу их себе, наверное. Или он их раздавал. Он накладывался. То есть был большой это час. Исходящий реквизит, ты понимаешь? И поесть, и потанцевать. Слушай, идеальный. Не, слушай, это очень круто. Это диджей Стас придумал? Или это как бы все вместе? Был креативный совет. Был диджей Стас, и он есть. Стас, большой респект. И MC Синий. MC Синий и я. Сейчас давайте подвинемся. Еще был диджей Славик. Так. Вот. И, собственно, как бы мы... ну и диджей демиксер в моем лице, как бы, вот, все окей. Хороши, и вот мы таким креативным советом придумали вечеринки и как бы двигали эту движуху. У нас всегда был полный клуб, 2 танцпола было забито, так как я был новичок, я вначале играл наверху, там 90-е. Были 90-е, там дискотека «Авария», «Ответы мошенники», вот это все. Там был такой пульт маленький, узкий, там Ньюмарк, по-моему, там с такими бубликами, он был уж такой, ну, еле живой, но на нем, в принципе, можно было сводить 90-е, у меня была большая папка с этими дисками, я там играл, мы постоянно заливали пивом там люди рядом. Ой, это все, ну... Золото, золото. Да, это было безумно классные времена, и там маленький такой был танцпол, и все было забито, то есть там прям вообще королем танцпола себя ощущал. И потом уже я начал повышать свой левел, меня уже начали как бы приглашать на основной танцпол, то есть я вначале там пару часов в 90-х отыграл, спускался и играл уже больше.
более там, интеллектуальную музыку, там уже такую более размеренную, там 128, 126. Угу. Там тоже были уже большие вертаки, какие-то удивительные были вертаки, не помню, то ли Ньюмарки, то ли что. Короче, у них вот этот вертак, он крутился. То есть это как бы были сидюки, но он еще крутился. Ну вот, короче, были такие вертаки, и у нас там был танцпол, бар, два бара было. Это все еще при универе? Все при универе. Но в 11 часов, типа, все, типа, ребята, пока. Ну, как сейчас, все в порядке. А там нельзя было? Я же уверен, что Россия страна возможностей, стопудово можно было как-то договориться. Нет, нет, там нельзя было. Там что-то было, на самом деле, трагическая ситуация, кого-то там ножом пырнули, но это было еще до меня. И после этого, короче, он стал работать до 11 и ни минуты... После 11 же не пырнут, ну да. Нет, это классно. А ты представляешь, как это было? Значит, альма-матер, да, учебное заведение, выдает дипломы государственного образца. Да, студенты могут отдохнуть, и прикинь, где-то вот в половине первого человека под муси-пуси, муси-пуси, миленький мой, Катя Лель, сажают на перо, и после этого ректор такой, ну, тогда до 11. Вот. Ну, я, кстати, застал эти времена, меньше. Там где-то уже с курса 3-4 стали прессовать этот клуб. Угу. То есть там ректор поменялся, там вместо бодрого мужичка... Рассадник, блудника. Вместо вот такого этого. Бодрого мужичка... А бодрый мужичок, наверное, сам ходил. Бодрая тетенька, которая там убрала все ларьки, поставила цветы на, везде там на подоконнике. И, конечно, тут клуб тоже. Я думаю, прикрыли. Престиж университета упал. Стопудово. Остались только кружки, там вышивание, танцы, вот это все. Как бы, класс. Все. Очень интересные вещи. Вещи, короче, да, я успел, застал эти времена, я потом уже просто переключился на другие ночные клубы и стал проводить вечеринки от универа в других клубах. А диджей Стас реализовался? Диджей Стас, он в банковской сфере очень круто реализовался. И, то есть, он... Блин, классно. Ну, как бы музыка у него хобби, вот, но он стал классным чуваком, кто работает в банке на классной должности. Мне, правда, очень интересно, в какой момент в своей жизни ты решил, что тебе нужно заводить YouTube-канал, потому что у всех это разная история. Потому что, ну, по-моему, как раз с Палагиным рассуждали на тему того, что в 2021 году любой продюсер хочет выйти из тени и все-таки начать реализовывать какой-то свой личный бренд. Потому что... Ну, очень много в теневой индустрии, типа вот музыкальной, очень много вот в тени людей, которые, ну, прям реально отличные ребята и невероятные профессионалы. И, ну, у меня это сложилось так, что я просто по приколу начал с пацанами песни писать, а ты прям открываешь новых людей широкой аудитории, типа, почему, как, зачем? Ну, наверное, это моя такая небольшая, может, исповедь музыканта, который показывает других музыкантов. Потому что я, как музыкант, понимал, что многие ребята настолько закрыты и настолько ограничены в себе, что они не смогут никогда заявить о себе. То есть, да, они могут написать хит для LJ, например, но они ни за что не смогут себя как-то заявить этому миру. И им надо в любом случае помогать. Да и как минимум надо хотя бы вот показать зрителям, что вот есть такие ребята, смотрите, они тоже участвуют в процессе. И я начал этих ребят искать. Начал с ними договариваться, начал их показывать. А изначально идея пришла в начале мне где-то году, наверное, в 2010-м. Я создал файл на рабочем столе, назвал по студиям. Придумал сразу эти скобочки, большой этот шрифт. И начал все сценарии накидывать. Но так как не было ни опыта, ни понимания, как что делать, я просто накидал туда идеи. В Новосибирске я понимал, что не хочу там ничего снимать. Не хотелось мелочиться, хотел сразу же потом отучиться, переехать в Москву. А, то есть ты переехал прям вот, когда начал каналом заниматься? Да, то есть я вначале до 18 жил в Ангарске, потом понял, что в Ангарске даже по музлу мне уже некуда там двигаться, потолок. Угу. Переехал в Новосибирск, потому что как бы Москва и Питер меня тогда не сильно забавляло. Угу. Новосибирск мне понравился. В Новосибирске я 5 лет отучился, и уже где-то году на... В третьем курсе понимал, что там тоже уже потолок, но так как я... Фетр, люблю... переезжай уже, сколько можно, Фетр, пожалуйста. А на третьем курсе я понял, что уже как бы тоже там некуда двигаться, но я все-таки закончил учебу и уже потом переехал в Москву. И когда я уже переехал в Москву, обосновался, у меня был всего один друг в Москве, как раз Саша, с которым мы в энергетике начинали двигаться. И все, как бы я постепенно обжился и Горбик. Уже начал, да, реализовывать свою идею. Я там кинул клич ВКонтакте, или там искал оператора, нашел оператора Гошу, ему там было 16 лет. Mm. Мы с ним сняли вот первые два выпуска. И я вот начал вот этот щупать формат, пробовать. А сколько лет сейчас каналу по студиям примерно? Я думаю, года 3. Первые выпуски я начал снимать с ребятами, которых более-менее знал.
именно из клубной индустрии. Первый пилотный выпуск был на Synthetic Sax. Это такой саксофонист клубный. У него был хит в 2012 году, тоже такой клубный. И, в принципе, я уже с ним был знаком, и мы с ним трек делали. И у него была студия домашняя, прикольная. И я решил вот этот формат опробовать. Так как дружественный человек, мне было максимально комфортно. Я безумно переживал, волновался, там написал большущий сценарий. В итоге там все сократил, чтобы было динамичнее. И я еще не знал, а зайдет ли длинный формат, и я вкладывался в 10 минут. То есть мы как бы наснимали час, и это все в 10 минут. Вот. Потом я понял, что не обязательно в 10 минут вкладываться, начал потихонечку двигать формат, и на следующих выпусках я увеличил тайминг. И в итоге сейчас некоторые выпуски там до 2 часов доходят. Ну, это дискотека аварии, например. Типа, да, и я начал с Synthetic Sax, потом был выпуск с Филатовым и Кэросом, то есть уже более такие известные ребята. Я с ними знаком не был, но я им написал, они говорят, классно, давай. И спасибо им большое, что они согласились, потому что у меня как бы ступенька выше была. Потом был Рома Бестселлер, который с Иваном Дорном долго работал. Отличный человек, прекрасный музыкант. Потом я кое-как выцепил Николая Воронова. И вот тут, наверное, пошло. Да, кстати, именно с него выпуск, начался минимальный рост, потому что до этого просто там, ну, выпуски очень медленно набирали. Это было нереально. Я думал, что вообще невозможно эту историю двинуть. Но я все-таки понял, что надо акцентироваться именно на людях, на их историях, на том, как они видят музыку, как они живут, как у них это все происходит. И все пошло в гору. Ведь основное отличие проекта по студиям от других вещей, которые существовали на Ютубе, того же Карандаша, там еще много ребят из Питера всякие разные движухи делали, именно как раз в том, что ты как будто бы раскрываешь личную историю каждого музыканта в частности. Да, Карандаш больше на железо смотрит. Да, там типа, ну, эта история, ну, тоже много кому, чем, да. Чем техника. И первое время, ну, когда ты смотришь такими вещами, ты понимаешь, что когда ты раскрываешь человека, у тебя действительно, ну, масса людей начинает ему как-то сопереживать. А разборы всяких технических особенностей, они больше для таких же ребят, которые занимаются музыкой. И я даже, когда вот шоу мы снимали, вот Саша не даст соврать, что мы специально делали акцент на том, что это развлекательный контент, потому что не очень хотелось циклиться на том, как конкретно мы мастер делаем, а больше какие-то смешные угары развивать и показывать, что музыка это в первую очередь может быть веселой. Да, это интересно и понятно. Да, мы поэтому, кстати, подкаст не просто как интервью строим, а скорее как набор баек, перемежающихся с какими-то, ну, посылами, потому что это проще воспринимается. Поэтому формат действительно позволяет достаточно свободно существовать. Вот. И я не знаю, зачем циклиться на технике, например, потому что в какой-то момент там с 20-й студии она начинает более-менее уже повторяться. Ну, потому что она повторяется уже на 3-й студии. Ну, она повторяется, но уж тут совсем. Он такой, о, это мы видели у Биг Сома, это мы видели вот там, это мы видели сам. Ну, да. Но в любом случае, все молодцы, и Карандаш молодец. Нет, Карандаш, я все смотрел там. Нет, это великие люди в любом случае. И сам факт того, вообще, что есть. Вообще все красавчики, те, кто вообще занимается музыкальной индустрией. То есть, кто-то считает, что вот, допустим, Карандаш конкурент для по студиям. Да нифига. Типа... Это разные вообще. Как а бы, вы знакомы? Мы еще не знакомы, но мы занимаемся, в принципе, одним делом, то, что мы развиваем музыкальную индустрию. И я считаю, что вообще в целом в музыке не должно быть ни конкурентов, ни каких-то врагов. Это вообще, в принципе, не спорт. Это очень хорошая мысль, особенно вот среди хип-хоп-продюсеров. Там, даже, ну, в хип-хопе, Ютубе, кстати, да, более много, такая много злые вот эти, да. Есть истории. Ну, потому что коллаборируют. Я, собственно, почему зарекся не коллаборировать с хип-хоп-продюсерами? Потому что когда в хип-хоп только-только начали приходить деньги, и люди все начали цапаться между собой. Просто страшно. Да они и без денег цапались. Да и без денег цапались. Но там в основном, знаешь, ну, типа... Зачем? Из разряда... Вот, я там 3 ноты написал, а ты драмку, давай, кто важнее, типа, для трека. Кто кого заборет, кит или слон? Да, и кто первый напишется? Ну, типа, да, это вообще ужасно, фу, ненавижу, типа. Друзья, коллаборации, вот такая тема, классная, типа, всякие деньги и так далее, это все решаемые вопросы касаемо юридических историй. Вот у нас были вот... У меня есть шоу, возможно, ты видел, возможно, не видел, где мы с ребятами пишем трек и клип на шуточную какую-то историю. Ну, я, по-моему, я парочку посмотрел, там где-то что-то кручку, это барабан. Да, это колесо из Икеи, прекрасно. И мы, вот, слава богу, надеюсь, второй сезон запустится в следующем месяце. Была тема про то, что
мы быстро-быстро эту всю историю разгоняли. И первые выпуски, когда монтировались, я сидел, знаешь, вот, ну, у меня душа горела, такой, давай покажем полностью процесс создания, как там, какой синтезатор, чё, кого, куда. А потом мы что-то пообсуждали, посмотрели и поняли, что это так скучно, правда. Это интересно для тех, кто прям вот максимально варится в этой теме. Как бы аудитория сужается, поэтому... И я думаю, что ты тоже начал понимать, что надо чуть расширять. Да, безусловно. Кстати, ну, без шуток, я типа даже в некоторых роликах говорил, что мне очень нравится сам по себе посыл твоего канала в том, что ты открываешь реально людей. Но в то же время я понимал, что когда я начинал смотреть твой канал, первые времена мне было очень скучно, потому что был хронометраж растянутый. И я в моменте сидел и понимал, что ты в какой-то момент, вот как раз когда вопрос касался технических особенностей работы студии каждого музыканта, что вот как Саша сказал, уже в какой-то момент, ого, какая неожиданность, у него все еще стоит либо Нойман, либо Союз, никогда такого не было. Но в последних выпусках, искренне, вот когда вы начали циклиться на том, как чуваки работают, и именно историю создания, что либо песни, либо конкретного музыканта, как его становление, такое, вот это то, что бы я очень хотел наблюдать вообще среди всех ребят, которые существуют на этом канале. Вот тут вот прям отдельный респект, потому что сначала было непонимание, а потом пришло, и я такой, класс, вот теперь это прям контент, который я с кайфом. Спасибо, ну да, сложно выдерживать эту золотую середину, чтобы было понятно вообще тем, кто не в музыкальной индустрии, и было интересно тем, кто в музыкальной индустрии. Ну, тут вообще, я думал даже одно время заводить какую-то фокус-группу, которую можно скидывать ролики до их выхода. Фокус-группа, кстати, полезная вещь. Я первое время пробовал. Ну, у меня монтажер. Я просто брал людей, кто у меня там есть в личке ВК, из разных сфер, кто-то с универа, кто-то там, не знаю, со школы, кто-то еще, кто, ну... И, наоборот, было прикольно послушать мнение тех, кто вообще далеки от музыки. Это как и с любым музыкальным материалом в любом случае. С другой стороны, у нас, вот, например, на канале «Книжный чел», по сути, фокус группы работает технический персонал, который каждый ролик проходит у нас, соответственно, через руки монтажера, через руки человека, который занимается цветокоррекцией, через руки человека, который делает графику, и через руки двух людей, которые делают ему там всякое оформление, там тайм-коды, описание и заливают на YouTube. По сути, уже человек 5 каждый выпуск смотрит, вот они и работают фокус-группой, потому что, особенно учитывая, что они видели другие выпуски, они могут сказать, этот скучнее, этот интереснее, этот удачный, этот неудачный. Вот, так. Но что в том или ином виде, мне кажется, у всех есть фокус-группа. Да вы все равно, нельзя техническому персоналу выступать фокус-группой. Я на этом буду настаивать, потому что людей все равно приедается. У вас появляется свой почерк. А как тебе то, что фокус-группа, как понятие, достаточно сильно устарело с тем, что у всех есть комментарии? Комментарии – это же тоже, по сути, выражение мнения. Не, ну смотри, ну когда если новый формат запускаешь или там первые выпуски делаешь, у тебя нет комментариев почти. Да. А здесь ты берешь там 20 человек. И заставляешь их смотреть. Говоришь, ну, ребят, нормально. Или, допустим, самое сложное даже сейчас – это сделать правильное, понятное название. И сделать правильную, понятную превьюшку. Я обычно вот превьюшку и название кидаю. Когда там... Руслан Crazy Mega Hell меня научил прописывать теги, я так и с фразами, что типа, Артур, у тебя уебищные названия, прям конченые, брата. Это первое время было, когда я сидел такой, ну, блин, знаешь, я, знаешь, как Симба на него смотрел, такой, научи меня, пожалуйста. Он такой, ну, все, вот так вот работа будет. До сих пор, тьфу-тьфу-тьфу, оптимизация на VidIQ хорошая пока что. Но все равно хочется более кликабельно делать. Все жалуются на кликбейты в некоторых выпусках, типа, что моих. Даже твоим комментариям я видел, что, типа, ребята одно время там... Ну, эта история, знаешь, больше ютубовская, как из той сферы ютуба, где ребята такие, шок, 18, ну как он это сделал? Не знаю, такое еще может быть нет, хотя при этом у меня есть на канале видос «Самый большой фит в истории человечества». Это ужасно. Нормально. Я такие клипы это не использовал. Великий, я даже не стал критиковать. Я такой, я вижу, ролик должен называться. И причем Артур же сразу сказал, как это будет запланировано, потом показал из отложки скрин. Там надо, наверное, самый большой фит в истории. Не, ну это же типа прикол рофл, все должны понимать. Особенно подписчики. Нам надо было, наверное, пояснить, потому что у меня был ролик на карантине. У меня из этого... Помнишь, первое время, вот когда совсем уже все из дома не хотели выходить одно время? Конечно. У меня стопнулось, короче, производство видео. И я сидел уже в Нальчике у себя дома, там с отцом, помогал ему там каким-то делам. Я всем своим друзьям написал, такой, ребята, мне на канал нечего выкладывать. Пожалуйста, по 8 строчек кто-нибудь скиньтесь, мы это как-нибудь смонтируем смешно. И он такой, и будет UK Drill тема. Мы такие...
да. Вы все тогда сказали, что UK Drill — это дресня, которая никому интересна будет. А, Шиммер, Free Shimmer, друзья, пишем везде обязательно. Надеюсь, что его выпустят. Мы все очень жестко угорали по Pop Smoke, потому что тогда только он начинал стрелять. Я такой, да, отличная идея. Я скинул биток Славика PSS, с которым мы плотно работали на тот момент. Я говорю, Слав, мне пофигу, как ты запишешься, пожалуйста. Вот, ну, я тебе скинул гайд, как записать трек на айфоне в несколько дорожек. Сделай, пожалуйста. Такой, да-да, Артур, я сейчас в лесу, сейчас все сделаю. И присылает просто видос, где он, у него минус играет с телефона, и он читает рэп на него. И я сижу такой, ну, Славик, ну, ё-моё. И все, человек пропадает на две недели одна из дорожка, интернета вообще. Одна дорожка на видео с этим же битом, играющим там, который записан. Я скидываю это нашему звукорежиссеру Саше, великому абсолютно человеку, и Саня на это смотрит такой... Ну ладно, сейчас ведем, типа, я такой дурак, как это? И люди, кстати, так и не жаловались особо. Они, наоборот, на качество. Говорят, вот это парт, вот это самый крутой. Я Сане даже предлагал просто задестить его в жопу, типа, просто чтобы, ну, это якобы эффект такой был. Ну, вот такие истории. Вот, вот такие вот ролики есть, да. Ну, это хер пойми, это кликбейт или нет. Но... Да почему? Это же рофл, прикольно. Ну, это ролик про трек про карантин на 8, ну, сколько, на 5 минут сильно было. Но это организовывается страшно. Вот согласись, когда ты работаешь с музыкантом, у тебя наверняка были вот такие истории, когда чувак согласился на стрёмку, не приехал, когда начинались какие-то проблемы. На съемке это всегда что-то происходит. Даже вот сейчас я к тебе ехал, блин, вместо там 30 минут я почему-то ехал час. Ну вот я тоже опоздал, простите меня еще раз. Ну, слушайте, друзья, опоздание самое. С некоторыми артистами, конечно, что-то происходит. Ну, в плане, просто вы там не доезжает. Сходитесь, кто-то плохо раскрывается, еще что-то, и потом... Кто-то гуф. Гуф великий. Я ничего спорю. Против не имею. Гуф. Я тоже наоборот. Гуф, ждем тебя на Фабу Маркерс. Чаще всего просто с артистом договариваешь, например, на 2 часа. Угу. Ну, в смысле, 2 часа эфирного времени. Угу. Он говорит, типа, сорян, но мне здесь 10 минут. Типа, ты делаешь, что хочешь. Блин, у нас была история, я ее быстро хотел конкретно тебе рассказать. Мы снимали выпуск с Glam Go Gang'ом, где мы делали трек. А почему там не было Гонфлада? Он должен был прийти, и мы прям за 20 минут до съемки узнали, что у Саши какие-то проблемы со здоровьем, он не смог просто физически приехать. Он говорит, пацаны, я всеми силами пытался, не получилось. Саша, мы тебя все еще ждем. И мы с пацанами что-то сидим. Я изначально вообще Айра звал туда только. Но Серега сказал, давай мы всеми пацанами, а то мне как-то неловко. Я такой, да базара нет, я только за. Я так понял, что вы до этого снимали как раз вот с ними выпуск в этой же студии, вот в этой маленькой. Да, да, мы там снимали. И они вот что-то рассказывали, и они когда приехали, они думали, что я их буду тоже допрашивать, знаешь, типа, а что у вас где, когда. Я сажусь перед ними, они такие, ну что, пацаны, трек пишем, и достаю бутылку вискаря, короче. И они такие, вот подход у человека, нормально. Самое страшное, что мы, короче, договорились, у нас обычно хрон был для этой передачи 6 часов, то есть мы успевали, типа, и трек бит написать, и трек записать, 6, и это всякое много, такое. Очень много. И ну, у нас камеры прям работали долго. И мы с пацанами в итоге снимали, ну, типа, с 9 вечера до 6 утра примерно, только потому, что мы все очень сильно напились. Но песня получилась прям... Песня, кстати, огонь, не слышал ее? Из-за того, что... Ну, я слушал, всем, да, когда слушать, она вышла. Пьяный мастер, пьяный сейчас мастер. Там был прикол просто, что мы в какой-то момент, когда ее записали, пацаны мне просто разворачивают, такие, давай ее на Sony конкретно выпустим. Я такой, ну у меня есть своя, ну типа, Варик выпустить. Они такие, роялти, контракты, все будет, песня, во. А, и Виталик Флиппер Флойд очень сильно нас бычил, говорит, пацаны, я не хочу плохой клип снимать. Поехали на куда-нибудь, короче, снимать клип. Мы приехали на метро Университет, на, где МГУ, подключились к елке какой-то, знаешь, типа камеру, свет подключили, просто в 5 утра все пьяные, не понимают, что делать. Слава богу, уже оператор что-то понимал. Начали снимать, сняли полтора дубля синхрона, и камеры все просто выключились на морозе, потому что Соньки аккумулятор не может работать при минус 15, а почему-то до этого никто не доехал до этого. Мы постояли такие, ну классный клип будет, пацаны, и разъехались, типа, и все, такая вот история была. Но было весело. Но когда я снимал, я вместо вискаря привез банановый сок. Я узнал, что ребята фанатеют от банановый сок, я кое-как нашел этот сраный банановый сок и сам привез всем, обычно. Да, из-за того, как бы вот уже сразу коннект такой у нас наладился, потому что до этого я с ребятами ни с кем не был знаком. А как ты обычно вообще с незнакомыми артистами коннект как-то? Да все очень просто, я пишу в социальных сетях, говорю, привет. Не, в плане, вот у вас съемка, вам же нужно какой-то общий вайб настроить, чтобы он был к себе предрасположен, типа, доброжелательный и всякое такое. Или ну, обычно, палец? Особенно сейчас, очень уже легко, потому что ты пишешь, ребята знают формат, понимают, о чем речь. Многие говорят, типа, респект, классно, давай. И просто, когда мы
там, настраиваем эти камеры, мы параллельно общаемся, настраиваемся, да, друг на друга, и уже начинаем снимать. Невероятно круто, что такие форматы существуют, и вообще, чем больше музыкального контента будет на Ютубе, и ребят будут продвигать, так сказать, наше все общее дело, тем лучше будет всем нам, я считаю. Да, ребята, если у вас есть какие-то идеи, реализовывайте их, вот сейчас самое время. Собственно, под конец нашего прекрасной посиделки у меня есть небольшая традиция, что я прошу гостя высказать небольшой финальный спич, типа, для моих подписчиков, для своих зрителей, в целом, ну, какой-то месседж донести, и вот я хотел тебя тоже попросить, вот на любую из камер можешь посмотреть. Типа пожелания. Типа, да, как, знаешь, как обращение президента к народу, можешь вот все, что угодно рассказать. Окей. Перед этим я расскажу интересную историю. Я был на съемках «Поле чудес». О! И там есть камера. Так. И сверху у нее большая надпись «Приветы». То есть вот там какая-нибудь бабушка... Туда приветы. Ну вот как раз у нас вот этот круг, да, вот этот барабан. И им Якубович говорит, все, вот приветы в ту камеру. И там большая... А ты снимался типа там? Ну я сидел как зритель. Да, у меня как раз приехал с Ангарска товарищ, я его перевез в Москву, и у него была большая мечта сходить на «Поле чудес». Круто. И я нашел эти билеты, там у меня кто-то знакомый работал. Они продаются типа? Они не продаются. Просто их надо... Сложнее всего попасть на «Поле чудес». Вот на Урганта без проблем, там ты где-то в социальных сетях, там на почту пишешь, а на «Поле чудес» нет. Тебе нужно либо письмо писать, либо там угадывать эти слова, скамворды, и потом уже получаешь приглашение. Шуск. И действительно, все, кто там рядом сидел, они были все максимально заряжены, все горели, все были рады, что они на «Поле чудес». Рядом с какой-то бабкой. Ты не был рад? Я тоже был рад. Рядом сидела бабка, которая меня постоянно там дергала, говорит, я знаю слово, вот, вот это, короче, вот это буква, короче, ну, все заряженные, короче. И вот мы были на «Поле чудес», и там была вот камера, как сейчас, только там было написано еще «Привет», и все реально туда... И хотя нет, многие промахивались в другую камеру, говорили, но чтобы не промахивались, да. Короче, друзья, если вы занимаетесь музыкой, пишите музыку, а если... Вас сбивают с толку, сбивают с творчества, какие-то непонятные комментарии дают. Не слушайте их. Если вы уверены в своем творчестве, продолжайте. Слушайте только проверенных людей, тех, кого вы уважаете, тех, кого вы не знаете, или тех, кто какие-то сомнительные персонажи, не слушайте их, потому что много ребят, которые вот как будто специально сбивают с толку. Это правда. Кажется. Очень много начинающим музыкантам очень тяжело. Особенно даже вот на своей шкуре. Я помню, когда я только начинал писать какую-то худо-бедную музыку, да, и вот их даже в локальной сети я там в чат закидывал, ну, хотя бы хоть какой-то фидбэк получить. Обычно все типа какая-то фигня, там, типа, правда. Занимайся делом, там, не знаю... там, не знаю, спортом. Иди там, на завод. Были. Да, вот у нас там два завода, иди туда, короче. И это, конечно, сложно было воспринимать и морально, потому что ты хочешь как бы творить, а тебе, наоборот, максимально не дают это делать. И я просто начал выборочно кого-то слушать, а кого-то нет. Потому что есть ребята, которые искренне говорят, вот действительно, вот что не так, а есть ребята, которые просто тебе максимально навязывают свое мнение, типа... То, что они слушают, для них это типа максимально правильная музыка, а остальное неправильное. Вот. Короче, друзья, если вы в чем-то уверены, продолжайте это делать, прям давите, идите к своей цели, и у вас обязательно все получится, потому что, собственно, и по музыке у меня так было, и по передаче у меня так было, потому что я там 10 выпусков сделал, и многие, и даже мое окружение не верили, что это как-то вообще пойдет дальше. И те люди, которые мне говорили, что «Димас, что-то ты вообще нифига не ведущий», сейчас, наоборот, как бы респектуют и там какие-то предложения накидывают. Ну, то есть, как бы это все... Хотя я ни разу не ведущий, я музыкант, который учился в музыкальной школе и потом получил экономическое образование. То есть, не журналист, не музыкант. Но мне это интересно, меня это прет, и я это продолжаю делать. Поэтому, если вы занимаетесь тем... что у вас прет, и вы в этом уверены, то продолжайте обязательно. И слушайте только тех, кого вы хотите слушать. Отличная нота, очень позитивная, реально очень хорошо. Конструктивная, я бы даже сказал. Безусловно, безусловно. И ради таких слов, друзья, 100% нужно поставить лайк, подписаться на канал. И сейчас... колокольчик еще. Колокольчик обязательно прожать. Вот этот вот с зубчиками, чтобы уведомления точно приходили. Пудов, да. Друзья, все соцсети Димы в описании. Все обязательно проходимся по всем ссылочкам, везде подписываемся. Лучшая поддержка человеку, который обеспечит вам лучшую поддержку. 100% от 4 комментариев, от 4 слов комментарии пишем. И вообще в целом, во контент. И не забывайте, студия Фабума Рекордс. Лучшая студия для записи подкаста в Москве 100 пудов. Вывеска рядом, где плов написан.
еще и плов рядом. Кушайте много, кушайте вкусно. Как раз возле в плове можете и покушать. Спасибо большое. До скорой встречи. Еее! Спасибо. Ура!